Всем привет! И сегодня у нас на обзоре бюджетный мат от компании Gardner. Этот мат специалистами Gardner был специально разработан для тех рыболовов, которые занимаются сталкингом, либо те, кто экономит место в своем автомобиле. В сложенном виде размеры у этого мата 40 на 45 сантиметров. Поставляется вот в таком компроновом чехле с ручкой из толстой стропы. Давайте посмотрим на сам мат. Вот в таком сложном виде он находится внутри. Раскладывается очень просто. Раз, два. У этого мата есть вот такая двухсторонняя молния, что очень продумано, я вам потом расскажу почему. Значит, внутри у него есть квадрат из мягкого материала для безопасности карпа. 7-сантиметровая пенка. Вот, есть две ручки посередине сшитые стропы, для того, чтобы можно было взвешивать даже вашего карпа. Ну вот, давайте представим ситуацию. Мы поймали трофея нашего, разложили этот мат, положили рыбу. Вот, даже сфотографировались уже с ним. И потом нам нужно, например, либо взвесить карпа, либо отпустить. Чем именно этот мат хорош? Его можно вот таким конвертиком сложить, с краю застегнуть, с одного молнию и со второго. То есть рыба у нас находится внутри, молнии не позволяют ей выскочить из мата. Можно пойти сделать взвешивание, вот, а после отпустить, например, раскрыв только одну молнию, опустив мат на воду и с одной стороны отпустить нашего карпа. Еще один очень маленький интересный момент. Когда мы рыбу нашу положили на мат, мы ее обязательно должны полить из ведра водой. И чтобы вся эта вода не скапливалась после того, как мы пойдем отпускать вот здесь вот, на концах молнии есть такие дырочки. Вот с этой стороны, с одной и со второй. То есть вся вода может стечь по этим дырочкам. Вот. Например, перед взвешиванием просто обнуляем мат до того, как поймали рыбу. Потом кладем рыбу на мат. Вода через эти дырочки слилась, и мы спокойно взвешиваем, и у нас с вами будет точный вес. Этот мат сделан из такого зеленого капрона, который быстро достаточно сохнет на солнце. Если вы его после рыбалки помоете и высушите, он совсем не будет пахнуть. Вот также у этого мата есть вот такой кармашек, куда вы можете положить, например, карповые мешки, либо другую какую-нибудь мелочь. Вот такой вот достаточно функциональный и недорогой карповый мат от Gardner. С вами была команда Carp Today. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, задавайте вопросы в комментариях. Всем привет!